Династия врачей со стажем в 74 года проживает в Жезказгане. Глава семьи Серик Нысамбаев развитию отечественной травматологии посвятил 42 года жизни. Его сын Рустем, следуя примеру отца, тоже стал врачом-травматологом. Рустем Нысамбаев – магистр медицинских наук. Несмотря на свой молодой возраст, он востребованный специалист. Под его руководством многопрофильной больницы Жезказгана внедрили новый вид операций по протезированию тазобедренного сустава. Медицине травматолог посвятил 16 лет. Говорит, что помнит каждого своего пациента. Несколько лет назад к нам поступил пациент с неполным отрывом конечности. То есть мотоциклист на большой скорости врезался в стоящую машину и... почти на кожных лоскутах, на мышцах нижней конечности находился, отрыв был. Мы с ним занимались, наверное, месяца 4-5, он у нас находился, и сейчас он восстановлен, ходит, передвигается самостоятельно, без костылей. Супруга Рустама, Марина Нысамбаева, также работает в медицинской сфере. Она – врач ультразвуковой диагностики. Супруги познакомились и поженились, будучи студентами. После окончания медицинского университета поехали в Сатпаев и сразу начали работать по профессии. Так сложилась судьба, что мы стали супругами, чему я очень рада. Потому что я считаю, что когда супруги идут на одной волне, да, в ногу, так скажем, понимаем друг друга с полслова. Это очень интересно. Мы помогаем друг другу, да, в каких-то решении медицинских задач. Профессия врача – подвиг, говорят супруги. Они всегда готовы прийти на помощь пациентам и уверены, что любимое дело продолжат их дети. Смотря на нас, на своего дедушку, на родителей, дети уже как бы при любых вопросах, кем ты дальше будешь, все отвечают «да, мы хотим быть врачами». Нуржан Танербергенов, Нурбол Уздыкбаев, Гульшахира Серикбаева, Хабар 24, область Олтау.